Всем привет! Неделя осталась до Нового года. Наконец-то Алиэкспресс у нас раздуплился, и посылочки стали потихонечку приходить. Данная посылка, она вот, видите, еле-еле вмещается в кадр. Она пришла очень быстро, она пришла за 8 дней, потому что доставка была из Москвы. Сейчас, к сожалению, я посмотрела, доставка только из Китая. Насколько быстро, я без понятия. Шла она из Москвы до Петрозаводска, это Республика Карелия, за 8 дней. И причем мне очень понравилось, что не надо было ходить за ней на почту, а позвонили и курьером доставили прямо до квартиры. В этой посылочке я приобрела себе на Новый год держатель, как написано на Алиэкспресс, держатель для планшета, для телефона, для мини-айпада. А в данном случае будет служить еще и штативом для съемок сверху, потому что сейчас у нас идет съемка сбоку, потому что по-другому телефон у меня не хочет никак держаться. Итак, надеюсь, что этот штатив мне пригодится и будет такой же, как на сайте в описании, как о нем многие пишут положительные отзывы. Отрицательных отзывов я потом подсчета, хорошо прям упаковано, не увидела. Ссылочка, как всегда, будет в описании. В конце видео скажу, во что мне это обошлось. Тут прям запаковано на совесть. Слегка помялась, конечно, почта у нас не идеальна, но, в принципе, там ломаться, ну, не должно. Там детали должны быть железные, там только пластмассовый держатель должен быть. Так, итак, значит, на всякий случай, слегка помялась. Так, называется у нас Professional Stance Multi Пюрпос. В общем, без понятия. Сами прочитайте. Сами можете в комментариях исправить, как правильное произношение. Так, что мы тут имеем? Сначала давайте я достану короткую беру, чтобы она нам не мешалась. Больше ничего, никакого мануала. Но я думаю, что хоть я и блондинка, но я справлюсь со сборкой. Так, значит, детали у нас, тут даже резать ничего не надо. Детали у нас какие-нибудь такие шершащие пакеты. Это на пол. Это долой. И это. Все. В принципе, вот из чего будет состоять. Ну, слушайте, такая деталь, это увесистая. Из чего будет состоять наша, я не знаю, как назвать. Ну, пусть это будет для меня это будет штатив. Потому что я его буду использовать с вид сверху. Итак, значит, это у нас... нашла. Это у нас штучка. Должна крепиться к столу, ну, то есть таким вот образом. Сейчас помню, в детстве у дедули в гараже я со станком вот так вот игралась, то есть я имею представление, как это все делается. Так, как показано у продавца на сайте, это может крепиться и за спинку кровати, и за стол, и за любую поверхность, в принципе, которая позволяет это крепить. Так, дальше, что у нас? Дальше. Опа. Только железная будет. Слушайте, ну вот не влезает, надо дальше
О, вот так вот. Дальше, значит, что? Прямо на ваших глазах. Мастер, мастер. Откручиваем. Так, все, она вышла. Закручиваем. Все, держится прекрасно. На любую высоту эту штучку можно поднять. Я смотрела. Так, это крепить телефон. Значит, пока. О, смотрите. Ну, планшет не должен упасть, например. Не знаю, насколько планшет там будет влезать. Но, по крайней мере, телефон. Вот давайте на этом проэкспериментируем. Надо, наверное, вот с этой штучки, которая выдвигается. Вот. Вот таким образом. Ну, это, конечно, маленький телефон. У меня побольше. Будет держаться. Чем хорошо, что на этом штативе кнопки не будут, будут свободны. Потому что этот штатив у меня крепит телефон вот так вот сверху. И поэтому приходится не на середину ставить, а с краю, чтобы кнопки не зажимались ни громкости, ни включения-выключения. Так, и что у нас дальше? Ух ты ж! Как тут максимально-то уменьшить, чтобы вы видели. И вот эта штучка, сейчас я прикручу. Так, или нет, или да, или да, или нет. Давайте-ка я сниму телефон. Тут как-то откручивается. Немножко страшненько мне. Страшненько. Потому что я пока, честно говоря, не понимаю, это так. Да или нет? Ну-ка. Сорян, что вам тут немножко не видно, как я делаю. Я сейчас закручу. Если это будет именно так, как я думаю. Очень бы хотелось, чтобы это было именно так. Так, дайте-ка я вас пока на паузу, сорян, поставлю. Посмотрю, как вот эта вот штука крепится, потому что там такая маленькая, маленькая железная вот штучечка, видите? И я очень сильно боюсь в нее давить. Я хочу посмотреть, как это в реале должно быть, чтобы вы меня просто не ждали. И я тут не кряхтела. А и потом к вам вернусь. Итак, все оказалось очень просто. Мы откручиваем вот эту вот штучку. Надеваем, она спокойно надевается. Здесь не боимся, аккуратненько насаживаем на шарик и дальше просто закручиваем. Все. И наш телефон может ходить в разные стороны. Сейчас я закрутила так. Вот, вот так вот. Разгибается, наклоняется. Это может еще ниже наклоняться, так понимаю. Если здесь немножко ослабить, да, вот. Это можно и ниже наклонить. А в данном случае я зацепила со своей, с удобной стороны, с этой. В дальнейшем я просто буду крепить на другой край, и мне будет удобненько это все снимать. Ссылочки будут в описании. По цене сейчас скажу. Вещь железная, то есть телефон будет хорошо держать. Планшет, насчет планшета не знаю, насколько это хватит разъема. Но если мини-планшет, то должен. То есть вот. Да. Она
не только подойдет. Так, вот здесь единственное слабенько закрутила, поэтому она болтается. Она подойдет не только для съемок, да, кому там надо, а просто для тех, кто ленивый и хочет не держать планшет или телефон в руках, а смотреть его. Для примера, посмотрите, я прицепила к своей кровати, как это выглядит и как это, в принципе, удобно для чтения, например, если вы читаете с мобилы, или, например, просто для просмотра фильмов, или просто для игр. То есть у меня кровать такого образца, да, то есть мне надо сбоку прикреплять. Вот эта деталь, она поворачивается в любую сторону. Если спинка кровати, как называется, горизонтальная, вертикальная, да, вертикальная, то, в принципе, еще лучше. То есть будет вот это крепление сверху. И в любую сторону вы можете прокрутить вот эту деталь. Так же, как здесь можете закрепить. Альфуша сидит, мамина зайка, да. Вот, здесь можете закрепить. Так, фокус, ау. Вот. Здесь можно закрепить посильнее, чтобы, например, не падало. Где-то еще я видела. А, вот, вот здесь вот закрепить. Здесь вот эту вот детальку, да, можно также расслабить. И оказывается, вот саму вот эту насадку, да, можно вращать в разные стороны, как вам удобно. Соответственно, мне будет удобно вот так вот снимать. Сверху я и разверну. А так, например, смотреть ютубчик или фильмы, или просто в игрушечки поиграть, чтобы руки не напрягались, очень даже удобненько. Лежа в кровати или просто закрепив на какую-то поверхность. Или даже просто удобно работать с него. Вещь железненькая, вещь тяжелая, поэтому падать не должно. И даже если вдруг что-то сломается, здесь легко можно закрутить на каких-нибудь шурупчиках самостоятельно. Но не должно тут сломаться ничему. Тут ломаться нечему. Тут, слышите, да, звук? Тут железная вещица. Итак, по цене. Вот, да, даже видео тут мне осталось. Значит, что по цене? Мне обошлось это в 1075 рублей. Это была доставка из России. И из Китая будет стоить 1461. То есть вот, сами можете посмотреть цены. О, у меня там собака топчется. На данный момент пока нет доставки из России. То есть перечеркнуто. Доставка из Китая. Но я думаю, что просто перед новогодними праздниками это все раскупили, а потом все это дело опять появится. В общем, продавца я рекомендую именно этого, потому что смотрела я разных продавцов, разные были держатели. Есть держатели в несколько позиций, то есть еще длиннее, есть короче. Есть разные подставки, но вот это, по-моему, самое оптимальное, и цена очень даже, можно сказать, для такой вещи бюджетная. Поэтому ссылочки в описании. Жду ваших лайков, пожалуйста. И увидимся с вами в скором времени. Я надеюсь, быстренько придут мне новые посылочки. А так, всех наступающим Новым годом. Всех люблю, целую. Пока-пока.